Как сообщают в региональном министерстве цифрового развития и связи, теперь жители этих населенных пунктов могут пользоваться любыми цифровыми ресурсами и совершать звонки по технологии мгновенного соединения с вызываемым абонентом. Новые базовые станции в селе Барабаш и поселке Мирном расширили существующее покрытие сети и увеличили скорости мобильного интернета не только для всех жителей, но и для водителей и пассажиров, проезжающих транзитом по автотрассам. В этом году муниципальным образованием края предусмотрены субсидии для обеспечения качественной устойчивой связью отдельных населенных пунктов. Устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернета населения на всей территории России, включая самые удаленные уголки, является одним из приоритетных направлений национального проекта «Цифровая экономика».